Однако время полуфинальной поединок весовой категории до 50 кг. Красным тряпом Олма Батбаева. Представляет команду Республики Япония, кандидат мастера спорта, победитель соперництва Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Наталья Таргановская, Баир Базаров. Ей 18 лет. Сын тряпом Дарима Сапуева. Дарима Сапоева представляет команду Республики Бурятия, кандидат мастера спорта, победительница первенства Республики Бурятия, тренируется также под руководством Натальи Таргановской. Ей 18 лет. На ковре борьба за выход в финал. Спортсмены весовой категории до 70 кг. Булат Батуев в красном трико. Команда Республики Бурятия. Параллельный зачет. Забайкальский край. Булату 29 лет. Мастер спорта. Чемпион Дальневосточного федерального округа. Борьбу занимается в Республиканской школе. Республиканской тренеры Валерий Иванов. Бато Базаров. В синем трико борется Владислав Кривошапкин. Команда Республики Саха-Якутия. Владислав решил оставить в секрете свои анкетные данные. На ковре победу держала Олма Батбаева в Бурятии и выходит в финал. Приглашается Ханда Цибенова Бурятия, Ксения Леханова, Республика Саха-Якутия. Однако время участницы полуфинала весовой категории 50 кг. Красный трико Ханда Цибенова. Мастер спорта России. Представляет команду Республики Бурятия. Победитель соперництва Дальневосточного федерального округа. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 города Улан-Удэ. Под руководством Юлии Жнимаевой. Синий трико
Тренируется в училище Олимпийского резерва Республики Саха-Якутия. Тренер Колодезников Рожен Григорий. Приготовиться Олегу Фомину, Саяну Жексамали. Bye, brother.